Добрый день, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на моем канале, на канале Алики Мирной. Итак, у нас с вами Таро прогноз, карта дня на 11 ноября 2023 года. Прогноз у нас общий для всех знаков зодиака. Давайте посмотрим. Итак, 11 ноября 2023 года. Общая карта дня. Знаете, день достаточно такой напряженный. Здесь будет борьба каких-то интересов. Вполне вероятно, что придется отстаивать свои личные границы, защищать то, что принадлежит вам, да? Хитрости могут быть, какая-то неправдивая информация, могут быть ошибки, неточности. Что в позитиве? В позитиве могут быть люди с вашего прошлого, допустим. Вы можете встретить друга вашего детства, допустим, или посетить те места, допустим, в которых вы когда-то уже были. И эти места являются для вас ресурсными. Общение по душам. Воспоминания. Вот в позитиве будут какие-то воспоминания. А что в негативе? А в негативе может быть, знаете, какой-то, как говорится, кармический привет с того же самого прошлого. То есть во многом будет все зависеть от того, что у вас когда-то раньше было. То есть если вы какую-то ситуацию прошли достойно, правильно, скажем так, да, хорошо, то тогда все будет в порядке. Тогда, в принципе, день сложится нормально. Если же, допустим, в прошлом какую-то ситуацию вы завершили, какие-то обстоятельства неправильно, были допущены какие-то ошибки, то в итоге за это придется отвечать. То есть вполне вероятно, что будет повтор вот этого урока. Повтор какой-то ситуации, которую нужно будет заново как-то отрабатывать, проходить. На что следует обратить внимание? Ну, здесь два варианта. Либо вы продолжаете как-то, у вас начинается новый путь в вашей жизни, да, как новая страница какая-то, новая глава. Что-то заново начинаете. Но с прошлым, да, вы как бы ситуацию закрыли и какие-то уроки прошли, усвоили, все в порядке. Либо же здесь вы заново будете проходить какое-то обучение, да, кармическое какое-то обучение. И вот на это следует обратить внимание. Что в личных отношениях? В личных отношениях страсть, важную роль будет играть мужчина, предприимчивость, активность будет, какие-то идеи, новшества вполне вероятно, призыв к действиям. Что в рабочей сфере? В рабочей сфере тут вот как раз могут быть какие-то неприятные разговоры, сплетни, подколы, интриги. За спиной зависть. Какой-то день для тех, кто ищет работу, не лучше, поэтому оставьте это на потом. Как пройдет запланированная встреча? Так, тоже не лучший вариант. Встреча может пройти напряженно, либо, знаете, вот я бы так сказала, что вы можете с человеком встретиться, он вроде бы как вас выслушает, вроде бы даже как поймет, но он будет сам себе на уме, то есть будет преследовать какой-то свой интерес. И будьте аккуратны, чтобы этот человек вас в итоге не подставил. Если вы планируете покупку, какой день для покупок? Хороший, покупайте. Это то, что будет вас радовать. Можно ли давать деньги в долг? Да, можно ли брать в долг? Нет. Можно ли брать в кредит? Да. И общий совет карт. Быстро на что-то реагируйте. Вы должны быть, знаете, как-то начеку.
должны быть внимательны в этот день к тому, что происходит, к тому, какую информацию вы получаете. И будьте аккуратны с тем, кому вы доверяете, кого вы к себе близко подпускаете. Так, послание ангелов. Жизненное предназначение. Цель вашей жизни – нести служение так, чтобы это доставляло великую радость и вам, и другим. Не мучайте себя поисками смысла жизни. Просто сосредоточьтесь на служении, как на своем предназначении. И это предназначение послужит вам. Вот такое послание. Хорошо, смотрим дальше. Овны, карта дня для вас. Опа. Овны будут в напряжении. Вполне вероятно, что вы будете что-то изучать и решите заняться каким-то новым делом. Может быть, вы собирали про что-то информацию, консультировались. И вот тут вы будете понимать, что как бы информация собрана, знания какие-то вы получили, и теперь приходит время к тому, чтобы воплотить нечто, да, вот в реальность, допустим. Что-то нужно сделать, какие-то конкретные должны быть у вас шаги. Вы будете выстраивать план, вы будете выстраивать какую-то стратегию вот дальнейшего вашего поведения и дальнейших ваших действий. Я не говорю, что в этот день конкретно будет какой-то результат. Нет, тут будет положено начало чему-то. Да, вас ожидает определенная какая-то дорога, путь развития. А в чем будет сила овнов? Ну, в том, что вы возьмете бразды правления в свои руки и в том, что вы готовы. Ваша сила будет в вашей готовности к каким-то конкретным действиям, к каким-то конкретным шагам. Совет. Проявляйте себя, проявляйте свои таланты, знания, способности. Вам есть что показать, да? И вы готовы, да? Вот я бы сказала так, что вы к чему-то уже готовы. Тельцы, карта дня для вас. Для тельцов хороший день. Какие-то перемены будут в рабочей сфере, в делах каких-то ваших. Будьте полны сил, полны желания действовать и будете о себе заявлять. Проявите свои способности, свои таланты, знания. Возможно, какая-то дорога, переезд, перемещение у вас. Важную роль будет играть некая женщина с мужским характером. То есть вы на нее можете положиться. В принципе, вас ожидает стабильность, стабильное развитие. А сила будет заключаться ваша в том, что вы свое не упустите. Вы знаете, чего вы хотите и как этого добиться. Совет. Действуйте сообща. То есть у вас будет какой-то человек, с которым вы можете добиться каких-то хороших результатов. Вы можете получить желаемое. Но в одиночку не получится. Нужно действовать вместе с кем-то. Близнецы, карта дня для вас. Так, ну, близнецы здесь могут быть недовольны происходящим, и такое впечатление, что кто-то у вас забирает инициативу, да, кто-то лишает вас опоры в этот день.
Вы будете понимать, что происходит, но повлиять на эту ситуацию не можете почему-то. Да? У каждого своя будет какая-то ситуация. И этот человек, который действует против вас, он близок к вам. Я бы сказала так, что он как у вас за спиной. Вполне вероятно, что это будет женщина с мужским характером. Но в то же самое время это может быть и мужчина с женским характером. То есть, видите, тут такая ситуация. В любом случае, знаете, как предупрежден, значит вооружен, но берегите свое, берегите то, что вам принадлежит. Постарайтесь все-таки это защитить. Да, вам придется как обороняться от кого-то, защищаться. В чем будет сила близнецов? Но здесь, смотрите, сила ваша будет заключаться в том, что у вас есть и верный друг. То есть есть враг, но есть и друг. То есть есть люди, на которых вы можете положиться. Ну, либо это один человек, допустим, либо это может быть несколько людей. То есть собака в данной ситуации говорит о дружбе, о верности, о преданности. И вот в этом будет ваша сила. Совет. Да. Если вы не можете справиться в одиночку, обратитесь за помощью к друзьям, к близким вам людям, к какому-то наставнику. И скорее всего, что это человек все-таки старше вас по возрасту. Раки, карта дня для вас. Так, ну для раков день хороший, сила, это страсть, притяжение, дружба, взаимопонимание, партнерство. Вы будете полны сил. Важную роль будет играть некая женщина. Скорее всего, что это ваша жена, это может быть ваша мама, допустим. То есть это женщина, которую вы уважаете, почитаете, скажем так. И вот вместе вы о чем-то важном договоритесь, вы друг друга будете поддерживать. Да, ну мы видим, здесь это в большей степени речь идет об отношениях, о создании чего-то. Вы будете планировать что-то на дальнейшее. Так, а сила ваша будет заключаться в экстрасенсорных ваших способностях, либо этими экстрасенсорными способностями обладает эта женщина. И вы будете оговаривать что-то. Вы можете на нее положиться. Она как защитит вас от чего-то. Постарайтесь что-то фиксировать. Или постарайтесь, знаете, помимо того, что фиксировать, еще и при надобности обратиться. Так? Вот тут нужно обратиться к кому-то. Весточку, да, вот послать весточку, сигнал, заявить, сказать. То есть вот тут какая-то инициатива должна исходить от вас. Львы, карта дня для вас. Так, ну для львов здесь будут важными партнерские отношения. Мы видим здесь пару, королеву и короля жезлов. Страсть, взаимодействие. Но смотрите, у нас эта пара почему-то отвернута друг от друга. То есть, может быть, вам придется примириться. Может быть, вам нужно будет как-то найти подход друг к другу. То есть, не все так гладко может складываться в этих отношениях. Но вот какие-то трудности, переживания нужно все-таки побороть и пройти. Да? Взять под контроль эту ситуацию, не медлить, а решать что-то. Сила. А сила ваша будет заключаться в семье, в союзе. Совет. Союз. Повернитесь друг к другу навстречу. Не отворачивайтесь от вашего человека.
Девы, карта дня для вас. Так, ну для дев здесь день каких-то перемен серьезных. То, что касается финансов, что-то будет меняться в финансовом плане, какие-то будут перемены. И я думаю, что здесь будет речь идти о росте, да, о какой-то прибыли. Что-то меняется и что-то будет у вас расти, увеличиваться. Да, увеличатся доходы, допустим, улучшится там, я не знаю, какое-то ваше положение, статус, допустим. То есть что-то пойдет как-то в более позитивном таком русле. Либо вы, может быть, получите предложение, которое поможет вам достичь успеха. То есть, которое будет для вас очень выгодным. Что-то, чего-то вы не ожидаете. Какая-то неожиданность, приятная неожиданность, может быть. Сила дев будет заключаться в женщине. В некой женщине. Так, и совет. Положитесь на партнера, положитесь на человека, с которым вы будете взаимодействовать вот в этот день. Но помним, да, было предупреждение. Будьте внимательны к тем, кого вы себе близко подпускаете. То есть вы должны быть в этом человеке уверены на 100%. Весы, карта дня для вас. Для весов хороший день. Дом, дела, хлопоты домашние, покупки, готовка, уборка, праздники, застолья, гости и хорошее настроение. К чему-то будете готовиться, да, будете трудиться, но это труд, который будет приносить вам удовольствие. Сила ваша будет заключаться в вашей семье. Совет. Позвольте себе сиять вот в этот день. Позвольте себе что-то хорошее вот для себя. Скорпионы, карта дня для вас. Так, скорпионы, здесь будут что-то обдумывать. Смотрите, тут вполне вероятно, что вы хотели чего-то добиться и достичь какого-то конкретного результата. Возможно, путем каких-то манипуляций. То есть вы проявляли свои знания, вы как-то пользовались ими, но, возможно, какие-то еще и были уловки или будут вот в этот день. Но вы должны знать, что эти уловки, да, какие-то хитрости, маневры будут раскрыты. То есть вам придется действовать как-то в итоге по-другому. Какой-то ваш план не получится реализовать, если там что-то было связано с манипуляциями. Да, если вы откажетесь от воздействия на других людей, да, пойдете как бы своей дорогой, но по-честному, тогда вы добьетесь успеха. В чем будет ваша сила? Ну, в вашем характере, в вашей настойчивости и в том, что вы умеете защищать свои интересы. Совет, погружение, да, вам нужно погрузиться во что-то, изучить что-то. И прежде всего, да, начните с себя. Не пытайтесь что-то решить за кого-то. Начните с себя. Разберитесь со своей жизнью. Далее.
Стрельцы, карта дня для вас. Так, стрельцы, день напряженный для вас, очень эмоциональный. Вы будете переживать за какие-то возможности, за финансы. Что-то не совсем получается так, как вы того хотели. То есть ваши ожидания, скорее всего, превзошли саму реальность, то, что в итоге получилось. Да, и вам придется что-то поменять, поменять план действий, поменять ваши какие-то желания, пересмотреть, допустим, бюджет, траты какие-то. Что-то нужно будет в вашей жизни изменить. В чем будет ваша сила? В вашем характере, в вашей настойчивости. В том, что вы все равно будете преследовать. Ваш интерес может поменяться, но вы все равно его будете преследовать. То есть вы от интереса своего не отказываетесь. И действовать вам лучше сообща с кем-то. Козерожки. Карта дня для нас. Так, ну для козерожек здесь завершение какой-то трудной ситуации. Был какой-то блок, да, что-то не позволяло вам развиваться, что-то не позволяло вам действовать, были какие-то ограничения, страхи, переживания, но этому периоду пришел конец. То есть в вашей жизни начинается рассвет. Все, эти страхи, какие-то неудачи, ограничения, да, какие-то блокировки, это все будет позади. Не накручивайте себя и не цепляйтесь. Тут вы переживаете. Переживаете за то, что вот эта ситуация какая-то негативная, что она продлится дольше, чем следовало бы, да? Ну, на самом деле, всему свое время и какой-то темной ситуации, да, нехорошей. Ну, пришел конец. Все. То есть тут мы видим уже рассвет. В чем сила козерогов? В вашей открытости. Вашей коммуникабельности. Совет. Все, пора переодеться. Пора что-то изменить. Да, и прежде всего пришло время для каких-то конкретных действий. Дорога ваша открыта. Водолеи, карта дня для вас. Для водолеев очень серьезный день. Здесь вы получите какую-то важную информацию. Перемена в вашей жизни будет, изменение статуса, изменение положения. Так, как было раньше, уже не будет. И как будто, знаете, здесь, может, вы получите какие-то документы на руки или какое-то разрешение. То, что раньше было закрыто, то, что раньше было заблокировано, это откроется, да, все, этот ключ у вас появляется от определенного замка или от какой-то двери, ну, в целом, вы меня поняли, я думаю. Осталось дело за малым, этот ключ повернуть в нужную сторону. В чем ваша сила? В том, что вы свое не упустите. Совет. А совет очищение, да, очищение от какого-то негатива. Не зацикливайтесь на неудачах, не зацикливайтесь на каком-то нехорошем опыте. Смело шагайте вперед. Рыбки, карта дня для вас. Так, ну для рыбок день хороший, здесь дорога, перемена какая-то, уход от каких-то проблем. И вы двигаетесь по направлению к вашей какой-то мечте. Вы на правильном пути. Получение каких-то известий, что-то вас порадует. Приглашение получите, какую-то хорошую новость, письмо, документы.
чем будет ваша сила? В чистых помыслах, да, вот в том, что ваши желания какие-то, вот по направлению, которым вы идете, они являются поистине хорошими. То есть что-то хорошее в этом есть. И вот в этом ваша сила. Совет. Посмотрите на какую-то ситуацию под другим углом. Что-то нужно поменять, как-то по-другому на что-то взглянуть, для того, чтобы достичь конкретный результат. То есть сделайте то, чего раньше вы не делали, допустим. Вот такой у нас получился с вами прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго.